нет. Ой, я забыл, что я могу летать. Я же бессмертный. Ну, почти. У меня только джетпак есть. На. Ха, выкусил, да. Ну, что теперь? Понятно все с вами. Гиганты человеческие. Я его убил. Спасибо, кстати, еще спасибо за 10. Не за что, моя. Я тебе купил. Блин, я тебе поеду за 8. Узнаю, какая там цена, что там такое. Опа. Здравствуйте, где можно найти 8? Вон там, посмотрите. Так, по номерам. Почти. Такая же, как у меня. 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 12. Мне вот эту, пожалуйста. С вас 40 рублей. Сейчас, подождите. Вот. Бери и проваливай отсюда. Ох, прикольная же эта 8. Осторожно. Да я самый осторожный буду с новой тачкой. Ай. Ну, немножко поцарапал. Ага, немножко. Так, а где я жил? По-моему, в этом доме. Вот. Фух. Легкая была сегодня работа. Не зря я подготовила для себя коктейль. А овсяное молоко для моего друга. Он его очень любит. Пока никого нет, я могу вызвать своего друга в гости. Алло. Да, что такое? Приходи ко мне в гости. У меня тут для тебя овсяное молоко стоит. Твое любимое. Спасибо, через 3 минутки буду. Ах. Как всегда, 3 минутки. Поеду лучше по городу поезжу. Узнаю, как там дела у моего дружка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет! Ла-ла-ла-ла. Привет! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опа. Припаркуюсь. Добрый день. Шо, опять машину хочешь? Да нет, у вас есть какие-то сладости? Мороженое 2 и все. Спасибо. Ай. Ну ничего. Надеюсь, он уже у меня дома. Поеду проверю. А вот ты дома. Ладно, он, наверное, ко мне поехал. Правда,
улице, и вот тачка тут стоит. Ку-ку, а что это я должен был тебя ждать не 5 минут? Да это я просто засиделся. Ладно, вот, пей. А мне коктейльчик. А, какой вкусный. А, просто бомба. Так выпил его целый день. Ладно, давай мне, она уже пустая. Ладно, я поехал. Еще много дел. Ты куда? Ты знал, что чекины не чувствуют боль? Нет, не знал. Ну-ка вот, я о том же. Все, я поехал. Ладно. Алло, здравствуйте, это кто? Владимир Ивганович. На меня напало нападение. Приезжайте, гурр. Рад Остенкель. Жду вас через 3 часа. Понял, выезжаю. Блин. Вот его дом. Здравствуйте. Здравствуй. Что с вами? Что с вами? Ничего. Ничего. Просто так прилег. Нет. Зачем ты меня вызвал? Найди. В тоннеле специальный ключ. Он позволит найти тебе портал. Я иду. Вот он. И где же этот портал? Возможно, он на грай не вот там появился. Ничего. Поломал немножко, потом починил.